Там люди. Найдите нашу тачку. Полное ощущение, что мы в Омске. Яндекс показывает 7 баллов. Ну что, друзья, мы приехали. Давайте соберем этот стол. Всем привет, чуваки. Вы смотрите ежедневные влоги Come With Man. Сегодня у нас пятница. Ночью такой ливень шел. Просто адский. Комаров. Сколько комаров было, вообще нереально. Просто все покусаны. Хотя непонятно откуда, блин, из других комнат может реально прилететь. Реально, да, скорее всего, потому что окна-то были. Потому что вряд ли комары летают. Да, их тут внизу, там дофига было, наверное. Все поприлетали, и все нас покусали. Было, вообще кошмар. Здесь было прохладно, а у нас в комнате было жара. Короче, Алиска едет в ленту за Раптором. Я пошел работать. Пока Алиска катается по лентам, по всяческим, здесь уже за стеной стоит ванная. Туалет, ну, в смысле, унитаз. Вот, а в комнате я уже ничего не знаю, я уже сделал себе уголочек пока с гитарой. У меня тут свежеиспеченная песня буквально позавчера появилась на свет. Я хочу ее немножко причесать и начать как-то записывать. Вот уже и ванная, а вот и туб залет. А здесь нужно разуваться. Обед готов. А вон там еще купатель лежат, уже приготовленный. Стол классный вообще, от ванной коробка. Вот как в жизни бывает, только ты снимаешь, а потом тебя снимают уже на камеру. Сидит черешня, точит. Я вообще тоже поточил. Ну что, друзья, пообедали купатами и отправляемся, как вам и обещали, куда? В Икею. В Икею. Выбирать стол, диван. И всякое такое. Посмотрим. Да. Стол как минимум, да, один да. Надо сегодня взять. Диван, конечно, было бы хорошо. Но не факт. Погнали. Нам 20 километров пилить до туда. Ну вот мы выбрались в город опять. Чуть-чуть, но все, по тем же дорогам. Все еще, да, по тем же дорогам, по тем же путям, те же здания. Мы сейчас ехали, я смотрела на здание, думаю, блин, надо завтра нормально так проехаться, посмотреть что-то и поснимать. Обязательно. Вообще нужно и самим поглядеть, и ребятам показать. Едем по Красной, по которой уже ходили. Поворачиваем на какую-то улицу. Бабушкина. Бабушкина улица. Вот тут бабушки все живут, наверное. Красивое здание. Короче, выбрали мы ножки. Вот это вот. Белые. Да, сейчас покажу столешницу. Столешница вон там. Плохо. Показать не смогу. Там люди. Вот, все. Был еще вариант вот такой, но здесь немножко дешманское такое. Это какое-то. Не, в смысле, оно, кстати, дороже, но да. Выглядит нет, как-то не это. Нет, да нет, нет, это белый тот, а это вот стоком. Короче, все. Мы еще посмотрели диванчик. Прикольный такой диван угловой. Нам понравился, но теперь главное, чтобы. Чтобы родителям понравилось, да. Вот, еще, кстати, ребят. Дом их. Да, стрелочка здесь не нарисована. Здесь они светятся. А это проектор, да. Короче, теперь что у нас по плану? Мы грузим столешницу, мама грузим. Мама попросила посмотреть эту. На матрасник. На матрасник, сейчас поглядим еще. Потому что на тот матрас, на котором мы спим сейчас в этой комнате. Скорее бы диван уже туда. А что, мы давай посмотрим еще для работы теперь стол, для съемок. Но он не там, он не там. Подошли к окошку, который эвакуационный выход. Найдите нашу тачку. Даю 5 секунд. Белых очень много здесь машин. Все. Тянем ножки от стола. Для стола и под стола. Я тут приглядел вот такую штуку прикольную. Далекая мягкая. Можно стены обклеить и биться головой об них. А вообще, полное ощущение, что мы в Омске. Особенно здесь. Абсолютно. Вот такие места, конечно, они тем и хороши, что ты как бы в любом месте, ты как дома. Неправда, в Самаре другая Икея. В Самаре другая Икея, но... И в этом, где... Но... А, где мы были? В Афинах. Нет, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге тоже другая. Но вот это вот самообслуживание стеллажи везде одинаково. Мы не устояли и хотим взять по мороженому. Наша телега со столом сегодня будет что собирать. Что может быть лучше? Походить по Икее, купить стол для работы, чтобы не корячиться там на коробках на каких-то сраных и точить мороженое. А второй стол купим потом, с родителями, потому что... Ну, на выходных, наверное. Потому что двухметровый стол уже нам машина не влезет. Этот бы влез, дай бог. Нет. А вдруг? Метр 40. А вдруг? Ну что, друзья, стол вообще шикарно, прекрасно влез. Прям спокойненько.
так сказать. Даже не между сидений. Вообще. Потому что мы мерили 1,50 м, а не 1,40 м. Оглянись назад, мы никогда не ездили с опущенными, с пустым. Как-то дверца интересно выглядит. А, но все равно, но все равно не видно было дверцу. Вот, заднего салона. Я не знаю, что я несу. Ребята, все. Икеюшка, Ашанчик, Медиамарктик, Леруа Мерлинчик. Все, пока. Мы поехали. Поехали домой собирать. Она опять не завелась. Завелась? Нет, завелась. Не слышно иногда, работать не работает. Я буду смотреть путь. 20 километров обратно. Поехали. Все, мы едем домой, и мы решили поехать через трассу вообще обходным путем, можно так сказать. Там просто город объехать, можно сказать. Да, потому что Яндекс показывает 7 баллов пробки. И что-то мы не хотим по городу ехать, мы решили ехать по трассе. Ну это будет, если так, 20 километров, то так где-то 55-60, наверное. Да, ну короче. Ну, посмотрим, это мы засекли, в принципе. Да. И тут отсюда прям реально такие видно горы уже. Да, это прикольно. Те, которые мы проезжаем. Мы их видели вот прям, вот. Да. Перед лбом моим будто бы были. Ну чуть-чуть видно, ну вот совсем чуть-чуть, но видно. Горы? Горы. Это который вот я вот так вот который видел. Проезжаем Озмол. Мы в него отдельно вообще сходим, отдельный влог будет прям. Это отдельный день, точнее. Полдня туда надо, чтобы там походить. Да, походу, да. Огромный, огромный прям. Чуваки, короче, мы уже подъезжаем к дому, можно сказать. 54 километра. Ну, 55. Будет 55, как 56, подъедем. Даже, да. Даже 56. Да. И час. Сейчас уже 1:10:03. Ой, час и 3 минуты. Ну, будет где-то 1:10, наверное, точно. Да. В следующий раз проверим, когда поедем через центр. Но мне все равно кажется, что... Не хочу так проверять. Мне кажется, там мы будем 2 часа ехать. Если мы поедем, да, через центр. Хотя, непонятно. У меня такое ощущение складывается, что здесь как-то реально пробки есть, но они как-то очень быстро все движется. Все куда-то проезжают. Мы, может, еще не ездили в пробки просто. Быть. Потому что в час пик мы не ездили, а сейчас именно час пик. Угу. Мы поехали вне города, да. Ох. Стол соберу, буду работать. Вот. Ну что, друзья, мы приехали. Давайте соберем этот стол. Несмотря на то, что здесь у нас еще хламинский, здесь уже вырисовывается какой-то уют. Здесь хоть что-то вырисовывается. Да. В комнате еще вообще ничего нет. Это да. Вот такой вот стол. Вот с таким вот сечением, не знаю, как правильно сказать. Телескопические ножки выдвигаются еще выше на 10 сантиметров, но этого вполне хватает. Прям вот это вот удобный вариант. Да, реально, превращается в барную стойку. Все, друзья, завтра выходные, завтра двинем куда-то в город, наконец-то. Посмотрим, что там да как вообще в этом городе-то. Вот. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Покеда! And here, ask yards and beaches. Ask yards and beaches.